Ну вот я думаю, вам это логическая операция, диалектическая операция с предложением иное, иного есть иное, должна понравиться. Потому что она и красивая, и она очень строгая. Очень строгая, потому что иное, иного есть иное. Оно действительно содержит в себе равенство с собой, смысл его. И оно действительно содержит в себе неравенство с собой. И можно и так, и можно, и нужно и так его понимать, и так его нужно. И иначе просто, если мы абстрагируемся от одного понимания, это будет неистинно. Неистинно. И вот обратите внимание, наконец, вот я могу вас поздравить, дорогие товарищи, что вы, товарищи историки, с сегодняшнего дня знаете, что такое изменяющееся нечто. И вы представляете собой музейную редкость в России. Потому что люди, вы можете проверить, сегодня поедете домой, поспрашиваете в трамвае, в автобусе. Вы знаете, что такое изменяющееся вообще? Кто не знает. Я вот спрашиваю, что человека, вот я тоже спрашивал, вы равны самому себе? Он говорит, нет, не равен. Как и не равен? Отдайте паспорт. У вас чужой паспорт, если вы не равны. Правильно? Ну, логично, если я, вот вы, у вас паспорт вот такой, а вы уже не такой. То есть, а что вы сделали с тем? Вы есть убийца. Первый подозреваемый. Вы не шутите с этим делом. С неправильными ответами. Потом меня хотели обидеть. Присутствие на третьей лекции. Сейчас четвертая началась. А у вас какая-то... Нет, вы как раз нет, не обидели. Вы как раз все. Вот что, не равны, уже и не вы. До того лекция, что уже и вас нету. То есть моя лекция людей растворяет. Это очень сильный комплимент. Уже одного растворила. Но другие держатся пока еще. Так. Ну вот это очень важно понять, что такое изменяющееся нечто. Допустим, мы вот ничего другого не знаем. Но мы уже знаем, что такое изменяющееся нечто. А диалектика берет все как изменяющееся. История берет все как изменяющееся. История не берет все как неподвижное. Правильно? Наука истории. Она не имеет права брать как мертвые, мертвечину это все. Она должна все показывать в движении, в борьбе. Правильно? Ну а как вы тогда будете это показывать, если я не знаю, что это. А что такое движение? А что такое изменение? Вот мы знаем теперь, что такое изменяющееся нечто. Какое это нечто? Любое. Царь, королевство, государство, класс, общество, средства производства, экономика, политика, идеология. Скажите, пожалуйста, что не меняется? А что, не накапливается добро? Некоторые накапливают добра все больше и больше. А раздобреть не бывает? Не слышали такого понятия? Раздобреть. Не слышали? Как же не меняется, когда говорят раздобреть? Не раздобрел, раздобрел. Подобрел. А вы говорите, не меняется. Меняется. Так. Ну вот в этом изменяющемся нечто мы нашли два противоположных момента. Равенство с собой и неравенство с собой. Их надо назвать. Вы видите, тут такая, так сказать, есть очень строгая такая позиция, что все, что мы обнаруживаем новое, мы должны по-новому называть. Правильно? Еще нет названия для равенства с собой. И нет названия для неравенства с собой. Я сразу скажу, как будет название для неравенства с собой, потому что думаю, что вы не придумаете. Это называется бытие для иного. Вот момент неравенства с собой называется бытие для иного. А что значит бытие для иного? Ну, я все время стремлюсь другим, иным стать. Я есть только для иного, для другого. Бытие для иного. А получается мне стать иным? Ну, с одной стороны, получается. А с другой стороны, становясь другим, я остаюсь самим собой. И хорошо, потому что иначе бы вот я стал иным, а меня уже не стало. Да, тогда мы в мир иной переселяемся, когда меня не стало. Это не хотелось бы так быстро. Поэтому это лишь момент целого, бытие для иного. То есть, если мы возьмем в изменяющемся нечто момент, состоящий в том, чтобы быть неравным самому себе, он называется бытие для иного. А вот как назвать момент равенства с собой? Вот. К вам. Вы же равны самому себе, вам должны отвечать.
момент равенства с собой в нечто, в изменяющемся нечто, как называется? А? Само в себе бытие. Как? Само в себе бытие. Длинно. У Гегеля... Да уже товарищ тут больше уже придумал. Само в себе бытие. Но это слишком много вы захватили. В себе бытие. Вот иногда кажется для людей, неопытных в диалектике, что это какие-то такие надуманные такие выражения. А откуда такое? Вот в себе бытие, пишется оно так, В-черточка, себе черточка, бытие, в себе бытие. Так, а вот вы в себе сейчас или не в себе? В себе? Это что значит? Что это значит, что вы в себе? Вы ответили правильно. А? Вот. Золотые слова. В себе бытие – это равенство с собой. Я только хотел, другим стал говорить с кем-то. Он говорит, подойдите, говорит, я вот эту девушку попросил. А вы говорите, подойдите, я приду в себя, потом буду с вами говорить. А где вы были до этого? Говорят так? Я приду в себя. Ну почему вы так долго не можете понять, что такое диалектика? Это что значит? Это значит, я вышел из себя. Я ж на вас раньше не кричал. А что вдруг закричал? А потому что я из себя вышел. А вы, говорит, Михаил Васильевич, войдите, это, станьте равным своему себе. Придите в себя. Я пришел в себя и больше кричать на вас не буду, обещаю. Понятно, да? А как называть? Как и говорят, он вышел из себя. А где был? А он был в себе. То есть вышел из себя, стал неравным. Это как он, как злой дух какой-то из него выходит, правда? Вышел из себя. Вышел из себя, но, конечно, это он же вышел из себя. То есть он все равно равен самому себе, хотя и не равен. Это же моменты. Здесь все равно не оторвешься никак. То есть хорошие люди иногда кричат, вдруг начинают, значит, так вот злиться, на них смотреть неприятно. А люди-то хорошие. Они же равны самому себе, но не равны в данный момент. Вышли из себя. Нам не разрешается выходить из себя только в методических целях, на лекциях, исключительно. Я сейчас вышел из себя один раз, и то только специально, чтобы показать, что это такое. Ничего, вы будете мне экзамен сдавать, а я вместо того, мне не нравится, как вы сдаете, я должен на вас кричать, что ли, бесноваться не буду. Так, понятно, да? То есть в себе бытие очень хорошее выражение. А вот человеку не по себе. Опять, что значит не по себе? Что это значит не по себе? Ну, то есть он непривычно, не так себя чувствует, как обычно, правильно? Ему не по себе. То есть слово «себе», «в себе», «не по себе», «из себя». Ну вот поэтому перевод этот правильный с немецкого. «В себе бытие». Равенство с собой. Больше ничего не означает «в себе бытие». Равенство – нечто с собой. Момент равенства – нечто с собой, в изменяющемся – нечто. Красиво и хорошо. Мы уже теперь далеко дошли. Уже про нас не скажут, что мы 2 часа изучали только чистое бытие и чистое ничто тут в университете. Что-то мы уже такое делаем хорошее. Так. Берем. Теперь что берем? То, что есть. Значит, смотрите, у нас 2 момента. В себе бытие и бытие для иного. А скажите, пожалуйста, вот если это все в одном нечто, и они неразрывные, это моменты, значит, можно сказать, что в себе бытии есть момент, есть и бытие для иное, для иного. Ну их не разрежешь же так на 2 куска. Это вот у вас, так сказать, вот это в себе бытие, а вот это бытие для иного. Так же не делится человек, никакой предмет так не делится, правильно? В себе бытие, хотя вот механические агрегаты могут, вот неподвижная часть и вращающаяся часть, там бывает. Ну а на самом деле, вот та вращающаяся часть, она что же? Некое нечто. Вращающая часть нагревается, она становится неравной самой себе. Надо ее там поливать или охлаждать каким-то другим способом, правильно? То есть эта проблема, быть все равно неравенство и равенство с собой, она существует для любого предмета. Хоть для механического, хоть для живого предмета. Вот это вот равенство с собой и неравенство с собой. Так вот, обратите внимание, что в себе бытие, раз оно не отделено никакой перегородкой,
непроницаемое от бытия для иного, значит, во себе бытие есть и бытие для иного. Согласны? Во себе бытие есть и бытие для иного. Никак вы не можете сделать так, чтобы вот было все только равенство с собой, очищенное от всякого неравенства с собой. Или само это очищение этого равенства с собой от неравенства с собой происходит все во себе бытие. И вот в себе бытие, которое отрицает в себе бытие для иного, вот что мы видим теперь. Но если в себе бытие – это настоящее все, это настоящее равенство с собой, то вы неравенство с собой пытаетесь отрицать, правильно? Отталкивать. Вот это отрицание во в себе бытия, бытия для иного, сохранение самого себя. А вы когда вот развиваетесь, вы хоть сохраните себя до четвертого курса? Постарайтесь, пожалуйста, сохранить. Нам нужны студенты. Не будет студентов, нас разгонят всех преподавателей. И мы думаем сейчас о своих, кто-то интересен. Так что в себе бытие с отрицанием бытия для иного – это уже новая категория. Это какое? Какой момент? Он называется в нем бытие. В нем бытие. А еще короче. Вот уж у нас вот и так молодежь требует короче, но вот сейчас я вам скажу название, короче которого быть не может. В нем бытие или просто В. В. Короче, уже все. Букву В напишите, пожалуйста. Ну, когда вы говорите в нем, в, это в чем-то. И вот, дорогие товарищи, мы приступаем к ответственной операции. Вроде как вот, когда уже враг окружен, и из котла ему уже не вырваться. Мы уже имеем такие категории, как в себе бытие, бытие для иного, изменяющееся нечто, качество. То есть мы можем этими категориями уже оперировать, и уже мы можем не только оперировать с категорией определения, определенность, а уже подходим к определению определения. Подходим. Но для этого нам надо осознать, что сейчас то, что мы делаем, мы изучаем все категории наличного бытия. А где определенность? Нечто же это определенный наличный бытие, никто не забыл? Вот, девушки, вы не забыли, что нечто это определенный наличный бытие? Не забыли? Но вы осознаете, что мы определенность не трогали. Вот сейчас занимали целый полтора часа, и определенность мы не касались ее. Но раз она неотделима от наличного бытия, значит, все, что мы наговорили про наличное бытие, полностью относится и к определенности. Согласны? Если что-то от вас неотделимо, и про вас я что-то сказал, то относится это к тому, что от вас неотделимо. Логично? По-моему, логично. Правда? Так вот, следовательно, и определенность тоже надо брать как равные самому себе, как в себе бытие. И тоже в единстве с в нем бытием. И определенность надо брать только как бытие для иного. Так вот, теперь я вам сообщаю, что определенность, которая берется как в себе бытие, в единстве с моментом в нем бытие, то есть с отрицанием иного в себе бытии, называется определением. А вот определенность, которая есть лишь бытие для иного, называется характером. Перевод вот в той книжечке, которую вы держите в руках, неправильный. В собрании сочинений Гегеля говорится в этом месте характер, а не свойство. Свойство в учении о сущности. Там вы найдете даже оглавление, посмотрите, там есть свойство во множественном числе. Здесь никакого множественного числа и быть не может. Здесь речь идет о характере. Поэтому правильный перевод характер такой, он в собрании сочинений, том 5, сочинение Гегеля. Значит, можно записать, что такое вот определение определения. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. Качество. Качество вы знаете. Вот мы должны, если берем определение, мы должны взять и вот сделать предметом специального рассмотрения. Правда? Взять определенность и ее начать рассматривать. Это качество. Качество, которое в себе, то есть оно равно самому себе. Не такое качество, которое у вас есть, сегодня есть, завтра нет. Сейчас есть на лекции, после лекции нет. Что это за определение? Это ваше определение. Ваше определение должно быть с вами. Правильно? Ваше определение. Оно же не меняется через 5 минут.
Вот куртку, которую вы одели, она может поменяться, а душа у вас, она остается. Правильно? То есть качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Вот это длинное дополнение означает, что это такое качество, которое и вовне себя проявляет, не только внутри себя сохраняется. Дескать, я человек хороший, но ничего хорошего делать не буду. Я и так хороший, зачем мне делать? То есть определение не только сохраняет качество равно самому себе, но еще и вовне себя проявляет. То есть находится в единстве с другим моментом этого нечто, с у нем бытием. А вот определенность, взятая лишь как бытие для иного, называется характером. И человек хорошего, характер плохой. Бывает такое? Бывает. Но если очень плохой характер, это может поменять и... Они же в единстве находятся. Определение и характер в единстве. Вот мы с вами достаточно далеко зашли. Я должен вас поздравить, потому что, скажем, если у вас кто-нибудь что-нибудь сейчас не понимает, это нормально. Нормально, потому что мы достаточно далеко уже с вами зашли в этом рассмотрении. Дошли до определения. То есть, когда вы будете там, это облегчит вам чтение. Если возьмете науку логики, вам будет легче ее читать. Потому что там в науке логики есть прибавление. Каждый разделчик начинается с таких вот выводов, которые, кажется, ничем не доказаны. Они на самом деле ничем не доказаны, это просто план изложения в этом куске. Это вот если человек впервые читает, он не понимает, что это такое, начинает обдумывать, из чего это, я не понимаю почему. И так и сидит над этим. А там нечего и понимать, надо дальше идти. А дальше пошло само выведение. Вот мы с вами сразу делали выведение, а там есть вот такой планчик. Потом прибавление, примечание, отступление, рассуждение о Боге. Хорошее. Вот там мы говорим, допустим, о реальности. Вот Гегель начинает разбирать определение Бога. Вот говорят, что Бог – это совокупность всех реальностей. Ну, вроде так, для Бога это вполне так хорошо смотрится. А реальность есть отрицание. Это мы с вами тоже делали в этот раз. Что получается? Гегель не стал делать выводы, помахал рукой и пошел дальше. Да, вы правильно сделали вывод. То есть всякий нормальный человек, если он не дурак, сделает вывод, тогда у вас получается, что Бог – это дьявол. Раз он совокупность всех отрицаний. Правильно? Но зачем Гегелю будет это прямо говорить так? Он пошел дальше и все. Говорит, неудовлетворительным является, иначе получается он совокупность всех отрицаний. И последние выводы он не сделал. Поэтому Энгельс, например, говорил, враг религии Гегель про него. А Гегель очень всегда уважительно. Ну, можете, говорит, считать это определением Бога, то, о чем мы пишем, то, о чем мы говорим. Сначала чистое бытие, потом наличное бытие. Можно, если вы верующие, так и считайте. Поэтому вообще диалектика допускает и идеалистическое, и материалистическое истолкование. Хотите так, берите, хотите сяк. Ну, Маркс и Энгельс, кто были изначально? Идеалистами или материалистами? Идеалистами, младогегельянцами были. Прочитали Фейербаха «Сущность христианства», стали материалистами. Но говорят, ну как же нам выбросить этот багаж диалектики? И применили диалектику с материалистической точки зрения. Получился диалектический материализм. А если диалектический материализм применить к истории? Ну вот если идеализм применить к истории, что получается? Исторический идеализм. Правильно? Вот сегодня у нас очень много философов стоит на идеалистической точке зрения, но что-то они боятся себя называть историческими идеалистами. Я ни одного не видел, который вышел бы так и честно сказал, я исторический идеалист. Видели такие, вот вы историки, видели хоть одного, который бы сказал, я исторический идеалист. Вот я идеалистов видел, тьму. А вот такой, который бы сказал, что я исторический идеалист, не видел. Ну хорошо, раз ты не исторический идеалист, значит ты исторический материалист. А что остается? То есть тогда материализм применяешь к истории. Тогда ты исторический материалист. О, это раньше было. Так а все открытия были раньше. Все открытия, которые были раньше, используются потом в развитии науки. Так бывает в истории. Чего нового ты узнал? Исторический идеалист. Вот такая получается картина. Интересная.
И вот мы с вами получили уже знание, что такое определение. Вас спросят, а что такое? Вы спросите кого-нибудь, что такое определение. Если вы сунетесь в Википедию, словарь какой-нибудь, что вы там найдете? Сказать? Что там найдете? Совокупность признаков, или мешок, в котором разные признаки, и узлом завязан. И что? Вот у вас все признаки бандита. Смотри, темные, волосы такие. И улыбается, чтобы не узнали, что он злодей. Ну, признаки налицо. И потом начнешь его допрашивать, он будет отказываться. Потому что все бандиты отрицают, что они убили. Все. Но мы найдем способ, как добиться от вас признания. То есть это стандартно, все это уже известно. Поэтому как можно признаками подменять определение? А у вас признак чего? Вот то, что вы на меня смотрите подозрительно так. Что, ректору будете писать? Это все признаки есть, что так внимательно слушаете, наверное, будете писать замечания к лекциям или рецензию. А вы зачем записываете, собственно говоря? Мы вот записываем, чтобы на всякий случай, если будут доказывать, что мы не это говорили, а у нас запись есть, оправдаемся, продумали уже. То есть как вот можно это все представить? У нас товарищи интересный спецкурс читали с нашей кафедры конспирологии. Он, можно ведь всех представить шпионами. Вот вы зачем сюда пришли? Чтобы выведать у меня, что такое диалектика и история. То есть вы шпионы, а я на экзамене буду вас спрашивать. Знаете зачем? Чтобы узнать, что вы знаете. У меня задание такое. Я тоже шпион. Не все тогда шпионы. А директор института, он тоже как бы шпион, хочет узнать, как учатся студенты. Он не знает, а хочет узнать, через кого. А вот он с помощью этой целой сети этих экзаменаторов и проверяет, как они учатся. Так, агентурная сеть такая, она везде, и зовут этих студентов, чтобы они на экзаменах, и вопросы им специально подготавливают, такие, и по ним и не узнаешь, что хотят узнать. А некоторые студенты это раскусывают и не говорят, и ведут себя как партизаны. Им сказали не выдавать, они не выдают. И зачем ты, а им эти злодеи ставят на неуд там и прочее, просто кошмар. То есть, в принципе, вот можно так это все представить. То есть, вот это определение безграмотное насчет того, что это совокупность признаков, которое позволяет что угодно говорить. Вот я хочу вам привести пример, очень актуальный, исторический. Вот события на Украине, да, казалось, всех они волнуют. Что там происходит? Что происходило вообще на Украине? Значит, мне приходилось в июне выступать на круглом столе в Афинах, посвященном фашизму в Европе. Круглый стол собрал такое общество ветеранов греческое, и там были представители из России, из Украины, ну и из других стран Европы, самых разных, ну и из Греции, само собой. И вот товарищи очень убедительно показывали, что там вот фашизм. У меня было последнее выступление. Ну, я, так сказать, вот я говорю, что мне товарищи, так сказать, дали последним выступать. Я очень благодарен, потому что я могу итоги теперь подвести, уж после меня-то никто не будет выступать. Вот. И подводя их итоги, я хочу сказать, что все, кто здесь выступал, показывали, откуда ноги растут. То есть, кто организовывает эти события на Украине. Это вот недавно Обама признался, что мы, говорит, это делали, это смену правительства. Или там известно, что 5 миллиардов долларов были направлены Соединенными Штатами в течение 5 лет на то, чтобы подготовить все эти события. Но на самом деле, что мы имеем? Все рассказывали, что на Украине фашизм. А я поставил вопрос, чей? Чей фашизм? Украинский? Вообще-то украинцы большую роль сыграли в разгроме немецкого фашизма, правда? Это как-то даже было бы, ну, я бы сказал, непорядочно по отношению к украинскому народу говорить, что вот там фашизм на Украине. Но фашизм-то налицо, а чей? Для этого надо вообще определить, что такое фашизм. Известное классическое определение фашизма Георгия Димитрова – это фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Открытая террористическая диктатура наиболее шовинистических, наиболее реакционных кругов финансового капитала. Вот
если нет открытой террористической диктатуры, это не фашизм. Поэтому, когда люди доказывают, что вот неправильный закон, неправильные выборы, нечестные выборы, а вот как будто выборы, если честно провести, другой дадут, и так далее. И это значит не фашизм. Фашизм, когда открытая террористическая... А что такое открытая? Открытая значит не прикрытая ни голосованием, ни законами, никакими, ни конституциями. Потому что всякая государственная власть – это тоже диктатура, это мы знаем все с вами, правда? Всякая государственная власть – это диктатура господствующего класса. Поэтому, если мы просто будем говорить, что диктатура, это ни о чем не говорит. А вот именно открытая она или не открытая? Так вот, фашизм – есть открытая террористическая диктатура. То есть открытая, не, демократия вся отбрасывается, а те, кто сторонники демократии, начинают тогда бороться с теми, кто отбрасывает демократию. Почему? Скажем, союзниками Советского Союза в мировой войне второй были Соединенные Штаты Америки и Англия. Соединенные Штаты Америки и Англия – это какие страны? Империалистические? Империалистические. Кто-нибудь не знает, что Черчилль антикоммунист? Кто не знает? Все знают. Ну и Рузвельт, наверное, не коммунист. Ну что они вдруг в Союзе? А то есть на чем строится? Борьба с фашизмом, борьба с попыткой уничтожить демократию. Это, так сказать, уничтожить большое завоевание человечества. Это демократия бывает разная. Бывает социалистическая, бывает буржуазная. Но демократия, так сказать, предполагает, по крайней мере, наличие соответствующих учреждений и соответствующих законов, а не беззаконная власть, которая просто уничтожает своих противников. Просто уничтожает. Без суда и без каких бы то ни было законов, без каких-то правовых норм. Спрашивается, а вот империализм что такое? И что такое финансовый капитал? Ну, империализм вы знаете. Империализм – это монополистический капитализм. Мы находимся на стадии монополистического капитализма, и на этой стадии одни страны становятся фашистскими, другие нет. Мы знаем, что фашизм был в Италии, в Германии, в Португалии, в Испании. Да? И, между прочим, наши добровольцы, как сегодня наши добровольцы на Украине, сражались и в Испании. А детей потом испанских там проиграли. Вот те, кто говорили, что они не пройдут, прошли они тогда. Прошли. И вот наши товарищи, наши советские люди укрывали и спасали этих детей испанских коммунистов. Они здесь и живут. И работают. У меня был кандидат в официальные оппоненты Энрико Данилович Андрес. Он, конечно, длинный у него там. Ну, Данилович написали. Для простоты. Так вот, финансовый капитал. Некоторые думают, что финансовый капитал – это банковский. Нет. Финансовый – это банковский, сращенный с промышленным. И при господстве банковского капитала. У нас в России есть банковский капитал? Это вот большой вопрос. Потому что банки, некоторые думают, что банки, они не знают вот определения, думают, что банки – это кредитные просто вот организации. Признаки есть? Что вот смотрите, там счета, кредиты дают. А что в средневековые обменяльные конторы и ростовщические, они что, не давали деньги в рост? А что еще делают наши банки? А ничего. Вот сейчас точно ничего не делают. Сейчас же Центробанк так поставил дело, чтобы ни один банк даже не жалокнулся в отношении выдачи кредитов. Почему? Какие могут быть кредиты при ключевой ставке 15%? Когда на выходе Центробанк ничего не выдает, никаких кредитов, он дает коммерческим банкам. Коммерческие банки еще добавляют 15, 30. Вы возьмете, кто возьмет по 30%? Промышленность не может существовать без кредитования, а норма прибыли нормальная, ну 10, ну максимум 15%. Норма прибыли. А и 3 нормальные, и мировые компании работают и при 3%. Значит, я возьму в кредит под 30, это значит, что я отложил свою смерть. Вот и все. Поэтому никто не берет сейчас кредиты, никто. После этого решения, безграмотного и безголового решения Центробанка. И что, к чему это приводит? Ну, если я вот имею банк, а кредиты никто не берет, тогда банк идет и несет те деньги, которые он взял в Центробанке. Куда? На покупку иностранной валюты. Евро и доллары.
И говорит, у нас человек-то рубль недооценен. А кто его недооценил? Если вы всем выдали государственные деньги, вот наши с вами, они пошли, купили на них доллары. Все банки пошли покупать доллары и евро. Что будет тогда с долларом и евро? Объясните? Все и так понимаете. А что будет с рублем? А вы пойдите и посмотрите, как сейчас строятся дома. Сейчас мало-мало там работает. Представьте себе, я вот собрал у дольщиков деньги. Вот все дольщики вы. Сдавайте, у вас будут квартиры, отличные квартиры с видом на Неву. Вот я деньги собрал и начал строить. А тут Центробанк учинил вот это вот действие, которое сейчас есть. Ну, я думаю, вы немножко подождете. Деньги у меня сейчас в карманах. Я сейчас на эти деньги куплю евро и доллар, получу прибыль, такую, какая мне не снилась от строительства дома. А месяца через 3-4, когда все успокоится, эти денежки, которые я получил, положу в карман. А на те деньги, которые и были, продолжу строить ваши дома. Ну, вы перетопчетесь месяца 3-4, это попозже получите. Кто сейчас вовремя сдает? Посмотрите, вон на Светлановской площади там. Да закрасили уже, когда сдача. Стоит огромный дом, который должен был в 2010 году быть сдан, а сегодня 2015. А люди собрали последние и ждут, что у них будет квартира. Возвращаюсь к этой мысли, к тому, есть у нас банки или нет. Для этого надо знать определение банка. Даю определение банка. Банк – это не ростовщическая контора, это не просто кредитная организация. Банк – это такая финансовая организация, которая временно свободные средства в хозяйственном обороте аккумулирует и направляет туда, где имеется их временный недостаток. Вот что такое банк. То есть смысл банка в обслуживании промышленности, сельского хозяйства, в обслуживании экономики. Смысл банка в том, что он вот эти вот разрывы покупки и продажи учитывает и имеющиеся вот задержки в обращении регулирует путем перекидывания денег туда, где имеется их нехватка, с тех мест, где их временный избыток. И все. Делают эти вот организации, которые называются банк, такие операции, эпизодически. Некоторые делают иногда, часто нет. Сейчас все остановилось. Сейчас начинают откладывать уже и расходы на военные, так сказать, наши нужды, при том, что ситуация у нас не стала более хорошей в этом отношении. И, естественно, уже заговорили, что надо пенсионный возраст продлить. Уже начинают вспоминать, а что такое категория пожилые люди? Вот что такое категория пожилые люди означает. Как? Не понял. Как ты громче скажите? Я вот проще объясняю, что такое пожилые. Пожилые люди, вот я пожилой. Пожилые люди, даже уже пожили. Ну а что тогда их тратить-то государственность? Ну, уже... А есть люди, которые еще не пожили. Кому надо деньги дать? Тем, кто еще не пожили. А сейчас от тех, кто не пожили, кормят тех, кто пожили. Надо пенсию-то убрать. Ну, сразу их так не уберешь. Ну, почему? А потому что пенсионеры в основном ходят голосовать. Там все сидят и думают, что же делать-то? Если нажмешь на пенсионеров, не выберут. Не нажмешь, денег нет. А вот гигантские зарплаты, скажем, менеджерам крупных компаний, я уже не говорю об олигархах. Там ни зарплаты и нету. Там же просто прибыль. А вы знаете, кто больше платит? Самые бедные или самые богатые в налогов? Вот когда идут какие-то выборы, то начинается показ, какие у кого декларации о доходах. А это самые большие деньги показывают или самые маленькие? Что показывают? Транспортные средства, жилье и земля. А акции? Не, об акциях речь не идет. А у меня 2 миллиарда акций. А сколько я плачу с акций, с доходов? С дивидендов, как вы думаете, какой процент? Если я имею акции на 2 миллиарда, какой процент? Вот подоходный вы знаете, какой у нас налог? Сколько? Зарплат? 13. А вот я вас информирую, что
налог на дивиденды 9. Потому что мы-то знаем, куда деньги тратить. Вы-то не знаете, вам зачем так много денег. С вас надо деньги забрать и дать нам, у которых миллиарды. Бедные должны помогать богатым, потому что если они не будут помогать, то не будет ни богатых, ни бедных. Это нехорошо. Хорошо, когда я богатый, а вы бедные. То есть банков у нас, дорогие товарищи, нету. В точном определении банков нету. Эпизодически они такие функции выполняют, а в целом нету. А следовательно, нет банковского капитала. А следовательно, не может быть никакого сращивания банковского с промышленным. И на Украине нету. А куда идут наши предприятия, шли, чтобы получить кредит? В Европе 2,5-3%. А в Америке 1-1,5. Поэтому наша промышленность, российская и украинская, были во многом сращены с американским банковским капиталом. А там настоящий банковский капитал, потому что они обслуживают свое производство. Подходит под определение. А следовательно, та террористическая диктатура наиболее реакционных шовинистических кругов, которая имеется на Украине, это диктатура американского финансового капитала. Но внутри-то нет Соединенных Штатов Америки фашизма сейчас. Там же все голосуют, избирают, конгресс, конгрессмены, палаты. Все хорошо. А во всех других местах вот они взяли и уничтожили правительство Ливии. Не понравился им Муаммар Каддафи. Может, и не понравится. В Ираке был президент. Вот мне тоже он не нравится. Какой-то некрасивый. Но они избрали его этим самым президентом. Взяли, так сказать, придумали. А нет ли у вас... А, кстати, у вас тоже. Нет ли у вас там средств массового поражения? Там нет у вас? Да-да-да, сейчас они в малых таких объемах могут быть. Это полоний у вас, да? Полоний. У него. А, то есть мы с вами прощаемся. Да. Давайте попросимся с товарищем. И что дальше? Прилетели, уничтожили всю демократическую систему, которая там была, разбили государство, которое привело к появлению вот этой самой нынешней исламского государства. Повесили на всякий случай президента, законно избранного, и сказали, нету никаких средств массового поражения. Неправильно у нас была информация. Полетим тогда куда? В Ливию полетим. Там постреляем. Постреляли? Где ливийское государство? Все распало, уничтожили. А перед этим то же самое сделали с Югославией. Потом полетели в Сирию. Но вот в Сирии тут вот там у нас, правда, база военно-морская. И вот как-то наши тоже посодействовали, товарищи, средствами ПВО. Там не получилось это все. И законное государство сирийское, ну там оно же тоже буржуазное, там же не коммунистическое государство, правильно? В Сирии-то. Вот как это называется? Это называется фашизм на экспорт. Или когда капитал финансовый находится в одной стране, а демократические нормы попираются в другой стране, и все международные нормы попираются, игнорируются. О чем сейчас и говорится, что Соединенные Штаты Америки ведут себя как держава, которая сама что угодно делает, а все остальные только должны плясать под ее дудку. Иначе они будут уничтожаться. Вот готовился этот переворот очень долго на Украине. И все это так называемое вхождение в Европу. И мы видим, что все это, хоть и старые фашистские силы, недобитые, тоже подняли голову там. Но они главные роли-то не играют. А вот из-за того, что это сращивание было с банковским капиталом американским, поэтому и у нас такие страшные сейчас потери экономические. Потому что да вдобавок к этим санкциям, которые делает Запад, присоединился Центробанк наш. С легкой руки, видимо, и правительство. Вот такая сейчас ситуация. Определение надо знать. Тогда не будешь такие вещи делать.
Мы говорили уже, скажем, об определении войны или там вот определение, допустим, собственности. Что такое собственность? Тоже никто не знает. Вот чтобы я вот сейчас мы можем на этом пункте об определении остановиться, потому что мы с вами достаточно много прошли, и примеры привести разные. Потому что это такое непростое уже понятие, да? Нечто, которое есть в себе, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто. Качество, которое есть в себе, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Вот давайте возьмем вот то, что я назвал собственность. Вот кто скажет, что такое собственность? У вас собственность есть? А что это такое? А? Что это? Откуда вы взяли, что это вам принадлежит? Что вы взяли? А что там написано, что оно вам принадлежит? А что у вас там за собственность? Это не моя ли собственность у вас? А? Моя? Ваша? Чем докажете? А у вас чек с собой? Чек с собой? Сейчас мы вас изымем, и пока чек не принесете, будет на ответственном хранении у меня. Если велосипед, я на нем кататься буду, пока не принесете чек. А если автомобиль, тоже. Что, вот вы свистнете, и к вам прибежит это вот то, что ваше? Вот тогда к вопросу, а у вас на голову есть собственность на вашу? А, нету? Да или нет? Не понял, есть у вас собственность на голову? Есть собственность на голову. А зачем вам собственность на голову? И так не ясно, что она ваша. Вот про голову, и так ясно, что она ваша. Зачем вам собственность-то на голову? А? Ну, раз она неотторжима, зачем тогда на нее собственность? Зачем придумывать всякие категории, если голова природным образом моя? Зачем мне еще категория такая, экономическая собственность на голову? Рука моя. Вот если вы мне оторвали руку, тогда вопрос. Это моя рука, если у него оторвались. Мы спрашиваем, чья это рука? Его, моя. У нас же сейчас не авария здесь, у нас сейчас занятия идут. Короче говоря, что такое собственность? Кто-нибудь может сказать? Вот то, что вы сказали, то, что мне привели, это объект собственности. А я вас не спросил, что объект собственности. Я спросил, что такое собственность. А вы мне показываете на какой-то объект собственности. У вас с этим объектом какие-то отношения есть? Какие? Он вам принадлежит. Ага. А если мы вас заберем? Вот сейчас я попрошу товарища сказать, что это мой. Товарищ, правда же это мой объект? И как вы тогда будете действовать? Кто скажет, что такое собственность? То есть я вот хочу обратить ваше внимание на то, что люди, как правило, не знают определение по той простой причине, что они с некоторыми категориями знакомы давно, они им известны. И поэтому, раз они известны, кто будет обдумывать то, что ему известно? Это и так известно, что еще обдумывать-то? И поскольку это не обдуманные категории, так вот люди с ними и живут. И когда встает вопрос, вот такой, ребром, то на него нет ответа. Что такое, там, скажем, вот эта категория? Так что такое собственность? Вот я вам сейчас дам Марксово определение собственности, глубокое, с которого будет понятно, как надо понимать правильно собственность. Собственность – есть отношение субъекта. Вот этот вот субъект, это про вас. Собственность – есть отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. К объективным условиям производства, как к своим. Собственность есть отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Значит, обратите внимание на какое здесь качество берется. Отношение субъекта к тому, что не является его же природным образом. Вот все, о чем мы говорим, что это объекты собственности, это что? Дома, земля, средства производства, вещи какие-то. Это все никаким природным образом вашим не является. Совершенно не является. А, соответственно, у кого голова является объективным условием производства?
Поднимите, поднимите руку. Объективным условием производства. Или вы в футбол играете головой? Ну как она может быть объективным? Объективным. То есть никакого смысла в этой категории для того, чтобы доказывать, что это мой нос, нет, это игра какая-то, какие-то категории. А вот то, что это ваш пиджак, ну а вы это вот не вы сняли этого с товарища там в первом пиджаке? Ну? А как вы докажете, что это ваш пиджак? Чем это доказывается? Чем это объясняется? Чем это обусловливается? Это природным путем обусловливается или общественным? Общественным, правильно? То есть природным путем, вот если вы скажете пиджаку, пиджак, иди сюда, он не прибежит, это не жучка, он не прибежит, правильно? Хотя вот есть, вот была такая хорошая вещь, посвистишь, и там вот берлог такой был хороший, и он начинает откликаться, и ключ можно найти, который теряешь. Сейчас пульты обычно теряют, но сейчас нашли более сложную систему, привязывают телефон мобильный к этому пульту, где-нибудь он под диваном лежит, там кто-то его туда загнал, или дети, или сами кто-то где-то ночью смотрели что-то. Они набирают номер, и вдруг оттуда вот он достают. Но пиджак вот так ведь не выйдет же из шкафа к вам. Если... Ничего у кого есть хорошего? Давайте мне. Ничего хорошего у вас нет. Да чего обеднел студент? То есть это... А вот если это речь идет о чем-то объективном, то он никаким природным образом не мой. А каким он, значит, образом мой? Общественным образом. Поэтому в чем, следовательно, суть этого определения? Что это то, что не является своим природным образом, становится своим общественным образом. И вот смотрите на это определение. Отношение субъекта к объективным условиям производства. Это вот поверхность. Поверхностное качество. Мое отношение. Как к своему? То есть вид отношения такой, что как будто человек относится просто к объекту. А на самом деле как к своим. Как к своим, то есть не как к чужим. Правильно? То есть, а это общественные отношения. То есть, если общественные отношения складываются так, что общество признает, что это ваше, то это ваше. А если общество не признает, что это ваше, то это и не ваше. Или как вот, скажем, появлялась собственность в Америке. Приехали поселенцы. Разделили прерии, так, поставили колышки, протянули веревочку. Вы зашли за веревочку. Бах! В следующий раз не заходите, вы не заходите. Постепенно установились такие отношения, что общество признало, что это моя земля. И все. Вот это мое. Давайте проголосуем, что это мое. Вам никто не поверит, что это ваше. Во-первых, вот я профессор, доктор наук. А вы кто? Студентка первого курса. Кому верите? Это раз. Во-вторых, вот эти люди, которые были ваши друзья, они же скажут, что это, особенно перед экзаменом. Ну, правда же это мое. Согласитесь. У вас, откуда у вас такое могло быть? Такого у вас не могло быть. Такое хорошее. То есть весь, вся суть собственности в отношениях к этому. А что касается головы, ну, пока она у вас на плечах, она в собственности не нуждается. Но вот когда она откатилась... Конечно, вопрос встает, чья это голова? То есть, кого кто будет забирать, по крайней мере, вот это вот. Так что, вот это имейте в виду, это очень глубокая категория. А есть вот такие пустые определения. Собственность – это пользование, распоряжение, владение. Ну, можно рассказать, это вот признаки. А если это собственность, я, во-первых, пользуюсь. Ну, вот, наверное, пользу какую-то извлекаете от этого чехла, там рубачки не портились. Правильно я понимаю? Вот, видите, как я тоже способный, как вы. Теперь второе. Распоряжение. Вы хотите, дадите мне, хотите, не дадите. Это я просто такой, ну, нахально поступил, вас схватил. А вы, враг, неудобно будет? Ну, ладно, наверное, отдаст. Как вы, как человек разумный, так, я на самом деле отдал. Но вообще-то кто распоряжается? Вы распоряжаетесь? Распоряжаетесь. Пользование, распоряжение, владение. А владение, знаете, что такое? Вот сейчас кто владенец? Владелец. Вы или я? Я, конечно, владелец. Владение – это фактическое господство над вещью. Чего мне не хватает для того, чтобы это было собственность? Одного – общественного закрепления. Товарищи дорогие, скажите ей, пожалуйста, что это мое. Все, больше ничего. И я и тогда из владельца превращаюсь в собственника. Но если они скажут, да вы что делаете-то? То есть и так у человека, вот, если один чехол пришел тут,
Понимаешь? Мы вас вообще не знаем, видим второй раз, и уже забирают. Сначала начинается с чехла. Вот. Надо сразу остановить это дело, чтобы дальше не пошло. Правильно? Вот. И вы скажете, нет, мы все сейчас пишем коллективное письмо ректору. Как себя ведут некоторые преподаватели? И фамилии укажем, и точное время. И вот а вы узнаете, чей это объект. То есть содержание собственности в общественных отношениях между людьми. И люди ищут отдельные отношения. Вот все экономическое содержание собственности, говорит Маркс, это во всех производственных отношениях. А юридическое, может быть, и не в производственных. Дескать, вот я умер, а кто-то у меня есть наследник. Поэтому это уже, то есть собственность даже шире, чем только экономические отношения. То есть вся совокупность общественных отношений обеспечит собственность, конечно, вечно она будет. Она была и при первобытном общинном строе, будет и при полном самом коммунизме. Так сказать, только другая собственность, это форма ее меняется. А как сам факт, какое-то отношение, люди относятся к вещам, относясь друг к другу. Опосредствуют отношение к вещам своим отношением друг к другу. Какое еще определение вызывает интерес, который можем разобрать? Из таких сложных. Ну вот, производство я уже называл. Можно его еще на нем остановиться. Очень хорошее определение. Производство есть. Вот спросите кого-нибудь, что такое производство. Ведь не объяснят. Его путают с трудом. Давайте начнем с труда. Почему? Труд – легкая категория. Вот, что такое труд? Это не то, что производство. Потому что трудиться я могу на необитаемом острове. Мне для этого никто не нужен. Я взял лопату и копаю. Что такое труд? Труд – это целесообразная деятельность, направленная на преобразование природы, на приспособление вещества природы к удовлетворению человеческих потребность. И все. Целесообразная деятельность направлена на удовлетворение человеческих потребностей, на преобразование природы с целью удовлетворения человеческих потребностей. Вот и все. Что в этом определении есть? Тут сидит какой-то способ производства, какая-то форма общества. Ничего тут в этом нет. Я при капитализме могу копать, могу при феодализме. Могу при рабовладении копать, правильно? Могу при обычном общинном строе копать для того, чтобы сделать большую яму, куда будет, слоны будут падать. Мы ее укроем, если он туда попадет, то мы его съедим. То есть понятие труда отвлекается от общественной формы этого труда. Вот простое очень определение. А вот если производство, то производство есть процесс. Процесс присвоения предметов природы. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот я сейчас вам покажу различия труда и производства на примере. Вино знаете, как делают? Сначала надо вырастить виноград. Потом надо сделать сусло. Раздавить этот виноград и получить то, что является, в общем-то, соком винограда. Потом идет сбраживание этого вина. И, наконец, надо взять бочки дубовые, закатать туда это самое вино, закрыть и поставить в погреб. И дальше это вино стоит и выдерживается. Вот если это двухлетние выдержки вино, ценится выше, чем однолетние выдержки? А десятилетние выдержки? А представьте, какая выдержка нужна? 11 лет стоит вино, сидят около него мужики и выдерживают, и не пьют. Какая в нем сила вообще в этом вот заключена в вине?
Почему так оно ценится? 11-летней выдержки. Представляете? А вот когда в погребе это вино стоит, производство идет? Вина. Производство вина идет? Да. Вот. Все говорят, да. Потому что процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее идет? Идет. А труд идет? Нет. Какой-то труд, все, закончился. Потом будут когда открывать, разливать, начнется труд. А вот сейчас у нас, что сейчас, зима? Сельскохозяйственное производство идет? Че? Не слышал ответа? Нет? Как нет? Производство идет или нет? Какое? Под снегом. А? Скотоводство? А полеводство не идет? Что? Азимы растут. Вот, человек, видишь, голова. Азимы это растут или не растут? Или умерли уже? Что, пересевать надо? Что так все так вздрогнули? Что-то? Не идет, может быть, производство. Может, уже все вымерзли азимы, снега мало. Беспокоится народ, обеспокоился так наш городской. Думает, надо же... По весне там будут проплешины такие, и надо придется яровыми подсевать. А урожай озимые больше дают, чем яровые, или меньше? Озимые. А что вы тут затрудняете? Конечно, больше. Представляете, в октябре вот, так, вот такие стоят озимые. Красивые поля, зеленые, изумрудные. Потом снежок это все укрывает, все это укрепляется. Корневая система усиливается. И только-только влага сама весной еще никто... Никто же не успеет ничем полить, и дождей еще нет. Вот начинает таяние, и эту всю влагу получает озимы, и пошли в рост. А яровые долго им догонять. Поэтому урожайность, конечно, гораздо больше. А производство идет. Производство состоит, общественные отношения в чем состоит? Заключается во время договора. А кто будет убирать? На какой технике? А кто будет вывозить? А на какие комбинаты? А где будут хранить эти колосовые эти самые башни? Где это будет все храниться, зерно? Все это решается. Когда? Зимой. И даже правительство зимой собирается и говорит, только не чтобы в этот в посевную не повышали цены на горючие смазочные материалы. Слышали такое? Тоже решается. То есть вот производство-то идет, а труд какой-то. Ну, вот, так сказать, у товарищей там руководители идет, а так нет. Так что это надо различать, эти понятия. Ну и так далее. Вот нам надо искать, ну или там, скажем, вот понятие, у нас было, например, 18,6 миллиона коммунистов. Наступила, так сказать, контрреволюция. Переход от предыдущему общественному строю, от коммунистического к капиталистическому. Вот самый как раз момент, когда можно было знать, сколько коммунистов. Коммунисты – это те, которые сохраняют себя в изменениях. Так мы понимаем определение, да? Определение мы как понимаем? В себе бытие, которое противостоит переходу в иное. А если они вот пришли иное, сюда другую нашивку сделали, продолжаем работать на тех же постах. И сколько сейчас коммунистов? Гораздо меньше, да? Скажем так, гораздо меньше. А есть коммунисты по определению, а есть по виду. Одни говорят, а я партбилет не бросил. Я говорю, так это взноса не платил 3 месяца. Все, тебя уже надо отключать. Все. Или кто-то там под одеялом держит партбилет. Мне приходилось выступать на учредительном съезде Компартии РСФСР, когда там присутствовал товарищ Горбачев, Полосков. И объяснять, что перестройка – это контрреволюция. До этого, до моего выступления в Кремлевском дворце на эту тему, значит, речь шла о том, что перестройка – это революция. И Горбачев везде ходил и говорил, перестройка – это революция. Ну вот я выступил в Кремлевском дворце съездом, сказал, что перестройка – это контрреволюция. Я объяснил, почему.
потому что идет переход назад к прежней общественно-экономической системе. Народ поаплодировал, больше никто не говорил никогда, что перестройка – это революция. Вы можете это посмотреть для интереса. На сайте Фонда рабочей академии, там есть в разделе «Видеотека», есть разные там видеолекции по разным темам, а есть архив, видеоархив. И в видеоархиве есть выступление на учредительном съезде Компартии РСФСР в 1990 году. Но поскольку это было довольно давно уже, 90-й год, так некоторых еще и не было в свое время. Вот это интересно посмотреть. И я был так, чуть-чуть моложе. А это важно знать, вот определение, что такое революция. А революция что такое, кстати? Что это такое? Вот говорят, цветные революции – это революции? Нет, конечно. Революция – это переход к прошлой общественно-экономической формации или к будущей? Будущей. Следующей. А? Следующее. То есть это прогрессивное явление, а контрреволюция – это реакционное явление. И вот я вижу наших вот коллеги, причем доктора экономических наук пишут, вот, говорит, произошла у нас революция. Ну, плохо так стало, плохо все в экономике. Ну, какая же это революция, что стало все плохо? Так революция или контрреволюция произошла? А есть еще понятие реставрации, да? Историками употребляется хорошо. Реставрация прежнего общественно-экономического строя. Если произошла реставрация, то что же вы говорите, о какой революции вы говорите? Ну, прогресс может осуществляться в старой формации? Может. Что не бывает, что не может осуществляться прогрессивные изменения в рамках там даже реакционной формации? Может? Может. Вот скажем, вот сейчас интересная ситуация с событиями на Украине. Там идет борьба с чем? С фашизмом американским. Поэтому и, сказать, очень и США беспокоены, и другие кредиторы, которые обеспечивали, так сказать, кредиты для нашей промышленности и сращивания. А посмотрите, как втянулась наша промышленность в закупку всего иностранного. Тарелки уже покупали для моряков во Франции. Мистрали, да ладно, тарелки покупали. Двигатели хотели сами не производить. Закупили Боинги, аэробусы, а запчасти теперь для них где будете вы закупать? Свои самолеты у нас пустые, стоят заводы, не загруженные авиазаводы. И мы хвалимся, что у нас отличные боевые самолеты. Отличные. Гражданские – это еще менее сложно строить, чем военные. Поэтому если люди могут в космос запустить космические станции, построить самолет гражданский, ну, это не вопрос. Ну так а зачем его строить? Мы нефть вот продадим и купим самолет. И делать ничего не будем. Это позиция бездельников, в том числе в руководстве. Бездельников. Ведь нефть, между прочим, можно из нефти было сделать бензин и керосин. А бензин и керосин будет содержать прибыль. И прибыль где была бы? В России. А там? Она ушла туда. А гнать бензин и керосин на продажу легко? Легко. Он же легкая фракция. А бензин, а нефть тяжелую, попробуйте вы ее перегонить. А если я уже купил, вот наша фирма, наша, скажем, компания авиационная, закупила 20 Боингов. Будем мы еще покупать теперь российские самолеты? Да мы 20 лет уже не будем, все. Так или не так? Ну нельзя же и Боинги купить, еще теперь купить еще и российские. Поэтому говорит, ничего, мы будем и такой, не будем мы такой и такой. Раз уж вы купили, будете мучиться теперь с этим. А вся региональная авиация у нас уничтожена из-за того, что эти не Боинги, не аэробусы, они садиться не могут на эти региональные аэродромы. И у них посадка двигателей другая. Они на эти аэродромы не сядут. А те, которые сядут, давайте их уберем. И убрали. И что? Теперь, если мне нужно поехать в какой-нибудь город рядом с Санкт-Петербургом, я должен поехать в Москву и из Москвы туда прилететь. А напрямую не могу. Нет оригинальной авиации. Ну ничего, купим бомбардир в Канаде. Канада нас спасет. Тут Владимир Владимирович спрашивал, а можете вы сделать самолет? Да можем, говорит, сделать. Ну как вот сделать? Надо же заказать. А что значит заказать? Вот я вам заказываю, вы сделаете самолет? А вы скажете, Михаил Ильич, давайте деньги, я сделаю вам самолет. А если я вам говорю, я вам заказываю самолет, и говорит, я вас очень уважаю, но деньги-то вы не дали.
Ну как можно сделать самолет без денег? Это же не игрушки. Так рассуждает у нас рынок, он скажет, вот на рынок я задумал производить подводные лодки и ракетами, они снабжены с разделяющимися боеголовками. Выхожу, завернул в газетку утром, выхожу к метро. Вам не нужна эта подводная лодка атомная? Нет? Очень безопасно будет. К островам вы доедете, ни одно государство, никакие пираты вам не страшны. И все будут вас уважать. Потому что как посмотрите, сколько у вас боеголовок атомных. Берите. Не берет. Ну, я завернул, пошел домой. Завтра прихожу. Вы не возьмете атомную подводную лодку? Нет? Их делают 10 лет. 10 лет делают подводную лодку. Какие тут торги могут? Продают сейчас идею лодки. Потому что одну показали. Если 10 надо, ну, давайте на 5 лодок деньги. 5 получите, давайте деньги остальные. Тогда мы остальные 5 сделаем. Кто это будет вам просто так делать лодки? Таких дураков нету нигде. Но если у нас покупает Индия танки, что думаете, мы сначала так вот, прям вот танки и отдаем? Нет, мы говорим, вот мы показываем ей там, как они прыгают, как они плавают, как они стреляют. Действительные танки. Хотите? Покупайте. Давайте половину денег. Сколько вам? 90 танков? Пожалуй, нет вопросов. У нас вот 16 закупали Минобороны. 90 для Индии. Хорошо, давайте. Закупаем. Нам, говорит, не надо вот просто танки. Мы хотим сами собирать. Собирайте. Давайте деньги, мы вам комплекты даем. Они собрали отличные танки. Не стреляют и не ездят. Говорит, а нельзя сделать, чтобы вы обратно их вот взяли, их там снова собрали и нам прислали. Пожалуйста, давайте деньги. Мы соберем, разберем. Пристреляют и ездят. Красота. Мы вот себе авианосцы не выпускаем сейчас. Почему? У нас были авианосцы. Некоторые недостроены. Адмирал Горшков попал в Украину. И с Украины его продали индейцам. Индейцы говорят, к нам пришли, не можете ли вы сделать нам авианосец? Доделать из этого, вот из этой вот. Будет Викрамадитья называться. Хорошо, говорит, сделаем. Давайте деньги. Дали деньги. Мы сделали им авианосец. Потому что мы можем сделать авианосец. Сделали авианосец. А говорит, нам вот не асбест нужен там, а вот кирпич поставьте. Потому что асбест, он вредный материал. Мы поставили кирпич. Все разрушилось на стройке. А не можете вы поставить асбест? Можем, давайте деньги. Дали деньги, построили. Сдали мы, Викрамадитья плавает у них, авианосец, который сделали сейчас наш. А у нас авианосный крейсер. Не называется авианосец. Но смысл тот же. То есть нет уже того рынка, про который говорят отсталые люди. Темнота экономическая. Какой-то рынок. И не знают вообще, что такое рынок. Рынок – это сфера производства или обмена? Обмена. А что, у нас в России? Что, мы продаем Россию, что ли? Почему-то все ушли на рынок. Что, производством не будем заниматься? Говорят, все идем на рынок. Мы идем на рынок. Как вы идете на рынок? С рынка уже другие идут, а вы еще на рынок собрались. Другие определения. Вот у меня, как говорят, деньги. Это что? Это деньги или не деньги, вот то, что у меня в руках? Вот человек, вот мне нравится, вот сразу задумались. Вот видно, что люди стали думать, наконец. А вот вчера бы я спросил, да, это деньги. Да. Во-первых, какие это деньги? Так что это такое? 10 рублей. А? 10 рублей. Подождите. Вы их, во-первых, все видели, это всем известно. Что на них написано? Там ничего не написано, что это деньги. Что там написано? А? Вот, товарищ знает, он читал. Единственный, кто читать умеет, смотрите, он прочитал билет Банка России. Ну, написано билет. Так билет это или деньги? Не понял. Билет или деньги? Ну, написано билет. А где деньги? А деньги лежат в банке, а это ходит билет. Вы на этот вот билет, если уж очень хотите, можете пойти купить золотые монеты банка. Хотите слиток, на слиток стипендию получите, кусочек от слитка вам, может быть, этими плоскогубцами или кусачками. Или, может быть, опилки просто отскребут от уголка. А это что такое? Это представители денег. И монеты представители денег, а не деньги. У нас рубль железный или деревянный? А? Какой у нас рубль? У кого есть 10 рублей?
У кого-нибудь есть 10 рублей? Сейчас проведем научный эксперимент. Не навсегда беру, на время. Вот, дайте, пожалуйста, 10 рублей. Значит, если рубль железный, а не деревянный, он притянется к магниту. То. Все видели? Какой рубль? Железный у нас рубль. В последнее время перестали производить из медно-никелевого сплава, а стали производить железный, а сверху покрывает медно-никелевым сплавом. Почему? Потому что это представитель денег, а не деньги. Их, его роль только функция обращения. Сотрется, заменить номер. Напечатать – это не проблема. Хоть 500 написать, хоть 10 рублей. Это ведь не зависит от количества труда. А реальные деньги, зачем мы их? Это давно поняли, что совсем не надо гонять ни золото, ни серебро. Это откусывать же будут. Вот я знаю, что вы бы откусили кусок. Или отрубили. Рубль почему будет? Рубить потом стали. Рубили же. Рубль. От серебра отрубали куски. Это деньги. А еще раньше какие были? Вот здесь не мобильные телефоны были на поисках, а песцы, шкурочки. Вот я вам даю шкурочку, а вы мне сало шматок. Вот у нас состоялся обмен денег на товар, покупка. Вот. А потом были мельничные жернова. Вот, допустим, я зерно продал вам и получил от вас деньги. А деньги были мельничный жернов. Вот вместо этой самой трибуны стоит мельничный жернов. И он всем нужен. Все с удовольствием берут. Ну, таскать-то не таскают. Я сейчас... Как фамилия ваша? Ну, вот я это стираю, вашу фамилию, пишу Попов. Таскать, что я в кошелек, что ли, буду брать? И пошел. Не хотите? Что у вас хорошее есть? Купить хочу. Ручка. Вот, ручку я вот покупаю. Стираем. Попов, ваш фамилия? Терошкевич. О, Терошкевич сюда. Раз, пишем. Вот и все. Это деньги? Деньги. Деньги. А что это вот я вам доставлю? Так мы... Что такое деньги по определению? Определение денег. Кто скажет? Деньги что такое? Это то, чего всегда мало? То, чего всегда не хватает? А хочется много. Так что такое деньги? Деньги – товар. О, есть. Как? Деньги – это значит. Да ладно. Я вам рассказывал. Деньги, дорогой товарищ, это товар. Товар. Деньги – это товар. Но не всякий товар – деньги. Какой товар? Нам надо определенный сдать. Вот универсальный товар. Товар-эквивалент, который обладает свойством всеобщей обмениваемости. Поэтому не всякий товар – это функции. Разные товары в разное время, я вам начал показывать, выполняли эту функцию. Так вот, деньги – это товар-эквивалент. А вот то, что мы имеем сейчас вот в руках, это не деньги вообще. Это представители денег. После того, как цари, князья, которые выпускали монеты, обнаружили, что от них откусывают, они решили писать, они столько же писали, а стали делать вместо золотых монет, допустим, медные. И пусть они медь, вот откусывают теперь медь. А выяснилось, что для обращения это не имеет никакого значения. Все равно это он получил монету, потом отдал монету, она стирается, от нее откусывают. Но она, ну, если она не золотая и не серебряная, то это никакого урона, особенного в казне, не несет. И все. Вот определение. То есть это товар. Но товар не простой, а товар эквивалент. Который... А если мы забудем, что это товар, тогда это то, что не товар, это не деньги. Потому что вот у этой бумажки только одна потребительная стоимость. Она не может на самом деле выполнять другие функции, только одна функция обращения. Мне ее дали, потом я ее отдал, и все. И конец. Вот, значит, если мы будем думать над определениями, то мы, конечно, не будем путать определения с суждениями, потому что суждение всегда имеет вид, субъект есть предикат, всегда. А нам надо иметь дело не просто с
суждениями, а с определениями, то есть с такими качествами, которые сохраняются в изменениях, качества, которые есть в себе, в простом нечто, и сопротивляется переходу в другое. То есть если вы хороший человек, то вы и завтра хороший человек, и послезавтра. Если вы только сегодня хороший человек, и сейчас так смотрите такими ясными глазами, то это не ваше определение. А определение, когда вы, так сказать, или если умный человек, он глупости послезавтра не понесет, то есть он по определению умный. Вот, поэтому это очень серьезное такое дело. Ну, еще для, на закуску еще одно определение, которое Гегель дает позже. Мы с вами не дошли, но вот интересно. Граница, что такое? Определение границ. Ну вот, все слышали, на границе танки ходят, хмуро. А что такое граница? Что такое граница? А? Равна определенность? Рамки. Рамки определенности. А что, круглые рамки, квадратные рамки? Какие рамки? А если рамок нет, то границы нет? Что, граница между Украиной и Россией в рамках, что ли? Какие рамки? А, договор, рамочные договоры. Вот, вот это вот доказательство того, что диалектика, она гораздо проще, чем без диалектики. Вот смотрите, как вот это понять, то, что вы говорите? Я бы ни за что не запомнил. А вот я сейчас вам скажу, и вы со мной согласитесь сразу. Граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Согласны? Повторяю. Граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Пример. Лекция. Она нас соединяет? Вот если это лекция, то, между прочим, тут студенты должны быть, по крайней мере. Вот представьте, если студентов нет, а я один. Это лекция? Нет, это товарищ. Что-то с ним уже пошло. А меня нет. Вот вы сидите так, а меня нет. И это что? Это лекция? Нет. То есть одна и та же определенность, она нас соединяет? Соединяет. Но она нас разделяет. Но вы же студенты, а я же не студент, я преподаватель. Значит, она нас и разделяет. То есть и то, и другое, противоположности. И соединяет, и разделяет. Так, теперь берем еще последний пример на закуску. Предел. Вот все знают, что такое беспредел. Говорит, что там творится беспредел. Я только не знаю, что. Вот только я не знаю, наверное, что это такое. Но нет такой категории беспредел. Только у уголовников есть. И у журналистов, которые почему-то за уголовниками повторяют. Там нет, чтобы за Гегелем повторять. Там, или за какими-то крупными людьми, учеными. Они за уголовниками. Раз уголовники говорят беспредел. Вот про Кумарина пишут, про лидера Тамбовской группировки. Авторитетный предприниматель. Он уже сидит в тюрьме уже сколько лет, и все авторитетный. Ну, когда-то у него упадет авторитет или нет? Так и пишут, без кавычек, авторитетный предприниматель. Вместо преступного авторитета. Авторитет-то он в каком мире? Преступном. А у нас-то почему он авторитет? Ну, так вот, что такое предел? Граница. Я вам уже это показывал в прошлый раз. Еще раз возвращаемся. Вот летит самолет. Пока он не долетел до этой границы, она ему предел? Нет. Когда он перелетел, она предел? Нет. Какой же предел? Он дальше полетел. Какой же она предел? Нет. Значит, когда? Логически, когда предел? Только когда? Когда он ее пересекает. Поэтому предел – это граница, которую переступают. Переступай. В чем состоит, уважаемые товарищи, ваше обучение? В постоянном выходе за свой предел. Так? Тот, кто не выходит за свой предел, ограниченный человек. Поэтому бояться надо не того, что трудно, и не того, что, так сказать, не сразу дается, а бояться надо остаться в своих границах, не выйти за свой предел.
Нужно постоянно выходить за свой предел. И вообще вот студенческие годы – это вот когда вы особенно быстро растете и особенно быстро выходите за свои границы. А тот, кто начинает останавливаться, считает, что ну я это все уже, так сказать, постиг, знаю, это ограниченный человек. И наоборот. А если вы не студент, что не надо развиваться, то не надо быть ограниченным человеком. И вот люди действительно великие, они работают над тем, чтобы выйти за свои границы всю свою жизнь. Есть в этом отношении только можно и пожелать каждому, чтобы каждый, получая новый предел, мы вышли за свои границы, но границы же остались, все равно у вас другие уже границы, но они есть, а вы опять выходите за эти границы, а это опять предел. Ну, значит, вы все время, выходя за свой предел, и развиваетесь. Если развитие есть движение от низшего к высшему и от простого к сложному, то, с другой стороны, развитие – это есть постоянное выхождение за свой предел. Не за мой, за свой. Каждый выходит за свой предел. И позвольте мне вам пожелать успеха в этом деле.